Добрый день! Здравствуйте, дорогие гости и участники! Мы рады приветствовать вас на сегодняшнем калейдоскопе профессий, который проходит в нашем доме, Криворожской общеобразовательной школе 1-3 степени, номер 110. И сегодня 4 школы нашего района познакомят нас с такими профессиями, как дробильщик, контролер продукции обогащения, машинист насосных установок и фильтровщик. Куда всегда девать мы знаем руки, чтоб потом не умирать от скуки? Чтоб на работу шли, вы как на праздник, мы скажем дружно. Мир профессий! Здравствуйте! Цель этого проекта, и сам этот проект очень важен для детей, поскольку, ну, в первую очередь, они знакомятся с достижением родного нам комбината. Они думают о том, как продолжить свою дальнейшую жизнь, оставаясь здесь, в городе, в области, в Украине, видя результаты, видя перспективы и строя свое будущее. Я хочу понять, какую. Мы вам песенку споем, как день и ночь. Машинист насосом трудится помочь. От утюженных халатов он летит над комбинатом, чтоб продать половую кровь. День и ночь, день и ночь. Мы кружим, как запад, хлеб нас нуждают. Будь-який захід, який проводиться, він виховує порядність у дитини, він виховує співчуття, він виховує роботу в колективі. Ну а це потрібно справжньому громадянину нашої держави. Фильтровщика. Я думаю, она тебе понравится. Это фильтроткань. Это пульпа. Пульпа попадает в фильтроткань. Влага отделяется. И получается готовый продукт. Спасибо тебе большое за то, что помог мне определиться с выбором моей будущей профессии. Не за что, это ведь тоже моя работа. Зажигай, чтоб горела ясно. Зажигай, чтобы не погасла. Зажигай, звезды в небе синие. Интервал сделано в лицее. Мы уже не первый год сотрудничаем с комбинатом, мы не первый год в этой программе. Мы видим наших выпускников уже работающими в комбинате, мы видим их результаты, и я просто в восторге от того, что мы имеем возможность брать участие в этой программе. Сегодня представители проекта «Садик. Школа. Рускомбинат» посетили Диего, родители которых работают на Северном горно-обогатительном комбинате, и поинтересовались, кем они хотят быть, когда вырастут. Мне раньше в цирке нравились и клоун, и жонглёр. А маму называют все серьезно контролёр. Я Акадыш. Танцуй, как Акадыш. Танцую, как Акадыш. Я контролёр. И
это звание не ниже, чем, скажем, майор. И недаром она ОТК контролер. Контролер ОТК, контролер ОТК. В себе вся, а то из себя вся така. Барабан ей на шею и в руки ей флаг, чтоб боялся ее производственный брат. Школьники должны знать, что происходит, что их ждет во взрослой жизни. И уже, чтобы они готовились к будущей профессии. И чтобы они знали не только о распространенных профессиях, которые всем известны, но и узнали какие-то другие, чем что-то новое для себя, с чем они могли бы потом связать жизнь. И знали, что делают родители на работе. Ну, организаторы нам позволяют больше стать самостоятельными, поскольку они нам помогают, дают задания, но в этом плане мы развиваемся еще сами творчески, предлагая свои какие-то идеи, внося свои какие-то нюансы, что-то изменяя, что-то добавляя. У нас было не так много времени, чтобы это все подготовить, но это было очень весело, и нам все понравилось безумно, потому что мы сдружились еще больше и узнали о новой профессии. Да. Мы сегодня заняли первое место. Дороги, дороги, сулят нам тревоги, но выбор тем шире, тем больше мы знаем. И нету для сердца закрытых маршрутов. Любую профессию можешь ты выбрать. Ты сам выбираешь, кем станешь, кем будешь. Ты выбери профессию, что нравится тебе. И отнесись ответственно к своей, мой друг, судьбе.